Дальневосточные игры боевых искусств начались в Хабаровском центре единоборств. Спортсмены из 11 регионов страны несколько дней будут бороться за медали в 14 видах боевых дисциплин. Поединки пройдут по карате, джиу-джитсу, айкидо, ушу и другим боевым искусствам. Соревнуются дети и подростки в возрасте до 18 лет. Спортсмены, которые покажут лучшие результаты, будут представлять Хабаровский край на всероссийских юношеских играх боевых искусств в Анапе. В Хабаровске соревнования проходят уже 6-й раз. В этом году дальневосточные игры собрали рекордное число участников – 2200 спортсменов. У нас уже прошли чемпионат мира по кёкусинкай, чемпионаты России по другим видам единоборств. В прошлом году первенство России по греко-римской борьбе. И мы гордимся нашими воспитанниками и очень рады принимать такие крупные соревнования.